Всем привет! Приехал после работы в парк Софиевка, чтобы снять несколько кадров на велосипеде. Такие интересные цветы. Запаха нет, но не ощущаю. Такое тоже тут интересное что-то растет. Тут было много роз. Их обрезали, что-то так, наверное, так положено. Обрезали их под самый корень. Нарциссы. Сниму вам, с какой скоростью я перемещаюсь по парку. Такие самокаты, наверное, в аренде. Интересно, тут тоже. Тут уже остановились, потому что тут надо двумя руками тормозить. Сильный спуск. Вот тут приехал, где самые красивые места. Как раз. О, как гоголем плывет этот лебедь. Ну, угрожающий. Бандит. А тут этот
Нижний пруд, змея вечером не работает, мостик, не помню, как он называется, венецианский или как там. И вот павильон. Такая тут красота. Этому павильону уже 200 с лишним лет. Такие окна. Тут сувенирные ларьки. Днем они все открыты, я сейчас только один дежурный, наверное. Уточки приплыли и какое-то куропатка, не куропатка, что-то такое непонятное. Напишите в комментариях, кто знает, что это за птица такая. Водоплавающая. Получается, тут 4 лебедя. Один прям близко возле меня. Там два дальше. И тот бандит там аж вдалеке. Этот спокойный. Да, мостик венецианский. Уже мостик в этом 220 лет. Такой капитальный. Покрытие в прошлом году поменяли. Там туалет. Ну, тут дубки, которые посадили знаменитые там люди. И Микола Азиров. Были его уничтожили. Ну что-то. Кто-то его восстановил. Какой-то нехороший человек. Ну, тут уже в прошлых видео есть. Потом койный уже. Литвин. Там еще. Антон. Антон. Такая красота.
павильон. О, уже статуи пооткрывали, я и не видел, не обратил внимания. Тут такая высота. Метров, наверное, 7 лететь. Поехал я дальше, путешествие продолжается. Смотрите, какая поляна. Ну, тут красота, конечно. Сегодня 19 апреля. Поздняя весна, а тут уже сколько цветов. Вот тут уточки отдыхают. Это называется площадь собрания. Или собраний. Все фотографируются, типа, поддерживают эту скалу. Тут чем знаменитое, что тут вот семиструйка, по-моему, тут была. Или, может, я ошибаюсь. И тут рыбки плавали интересные. Наверное, их сейчас нету еще. Не, нет рыбок. Не видно. Кто-то там поет. Вот тут опять такие лужайки цветочные. Там ряд даже и белый есть. Я тут включился показать, может, кто не был в парке. Тут еще есть статуи. Какая красота.
Девочка какая молодец, бутылки собрала. Тут дерево молния по легенде ударила или реально может ударила. Вот такие цветы в предыдущем видео были. Колокольчики интересные. Вот такие скульптуры. Каменная долина. Вот уже прокат катамаранов есть уже тоже. Уже полностью сезон, наверное, открыт. Раньше 1 мая открывали, уже раньше. Раньше. Но деньги берут еще с зимы, говорят. За вход. Я никогда. Никогда я тут не плачу за вход. Ну, у манчана местными. И бесплатно вход. И Уманский район сделали. Это верхний стол. Большой такой. Интересный столочек. Пруд. Такой мостик. Остров Антитерцеи. Бегают спортсмены. Вот так я тут гоняю. Велосипед лучший транспорт. Сюда не пустят ни на машине, ни на мопеде. На велосипеде кругом пускают. Вот и такая. Уже кто-то окно выбил. Как оно называется? Не помню. Беседка типа. Закрытая типа. Такая красота. Я уже буду ехать домой. Уже темнеет скоро. Вот такая поездка внезапная получилась. Всем пока. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.